Реализацию указов президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года обсудили на заседании рабочей группы органов исполнительной власти. В Чувашии особое внимание уделяется содействию в получении профессионального образования и последующем трудоустройстве инвалидов. В рамках программы «Доступная среда» уже сейчас маломобильные люди обучаются в 28 из 49 образовательных организаций. Финансы и кредит, менеджмент, столярное и швейное дело – все эти направления сегодня очень востребованы. 247 инвалидов у нас обучаются, в том числе 65 в организациях высшего профессионального образования, 182 в организациях среднего профессионального звена. Всего на 15-16 учебный год контрольные цифры приема инвалидов за счет средств бюджета Чувашской Республики по основным программам профессионального обучения установлено в размере 150. В 2014 году у нас обучение завершило 133 инвалида, из них 58,6% трудоустроены и 16,5% продолжили учебу на других уровнях профессионального образования. Для маломобильных групп в 2014 году адаптировано 7 образовательных учреждений. На эти цели было направлено более 13 миллионов рублей. Планы на этот год – еще 5 профессиональных учебных заведений.